это слишком медленно. И пока едешь на позицию, на какой-нибудь карте, где позиция не сразу респауна, ты вынужден опаздывать на сражение. С этим, конечно, и плюс есть, да, не сольешься первым, но, как говорится, надо же бывает такое, кто первый встал, твой тапки, на позицию первый приехал, и давай там доминировать. Но это не самая проблема. Чаще не обязательно и торопиться нужно, скорее всего, потому что чаще первые горячие головы сливаются. Проблема-то в другом, когда бой уже заканчивается, и тебе нужно успевать ехать, добивать там разрозненные силы врага, один там в одном месте, другой в другом, ты за этим всем делом успеешь последним. И это печально. То есть все, что ты успел надолбить в бою, вот именно там, где ты сейчас конкретно в рубке самой, то и будет твое. Ведь картон там лежит за счет другого как раз. Они весь бой занимают чем угодно, кроме сражений, и потом в конце они успевают быстрее других и прочих приехать на всякие там эти разные добивания. И наносят свое, наверное, подавляющее количество урона именно в этот момент. Это не наша, повторюсь, история. Но так, что ты... Картошечка обосралась. То есть ты...